Здравствуйте, меня зовут Олег Калашников. Мы находимся на лучшем споте России, на Бугайской косе. Вы просто посмотрите, где мы находимся, какие здесь виды, ребята. Если вы не были на Бугайской косе Благовещенской, то не говорите, что вы вообще приезжали в Анапу и отдыхали. Все, крутани камерой вокруг себя, покажи этот пляж, чтобы вы просто поняли, то, что вы видите, это наше достояние, это наши золотые ресурсы, то, ради чего сюда приезжают люди отдыхать и наслаждаться этими местами, чтобы видеть вот такое чистое море, яркое солнце, голубое небо и чистейшие пляжи с великолепным песочком вокруг. Водоросли? Не слышал. Ребят, это все на центральном пляже. Это то, куда едут туристы, которые не знают ничего об Анапе. Приезжайте в такие места и наслаждайтесь. И тогда ваш отдых будет самым лучшим. Но, помимо этого, вы видите, что на мне футболка Black Sea Cup. Здесь проходит чемпионат России. Первый в России, который собирает на себе уже огромное количество кайтеров, профессионалов. Тех людей, которые посвятили свою жизнь покорению ветра, воды и могут вам показать то, что умеют уже они. И даже для начинающих здесь есть место. Так что смотрим рассказ о Бугайской косе и Black Sea Cup. Лучший чемпионат России для кайтеров. Огромное количество такси сейчас здесь курсирует, то, что там есть и база отдыха. И сейчас, помимо Black Sea Cup, здесь происходит еще какой-то дэнс-марафон. По нём, я честно особо не знаю, по-моему, компас называется. Вроде тоже должны были люди подтянуться. И хотелось бы еще обратиться ко всем людям, кто едет. Если вы видите, идут люди, ну, притормаживать за них, пусть после вас идем, пыль дышим. А мы, так сказать, транспорт туда не потащили свой. Температура там, где продувает ветер, была 22. Сейчас здесь вниз спустились затишек, 24,5, и сразу же растет. Прям очень быстро на солнце. Вот так вот все меняется. Там хотелось куртки быть, а здесь же хочется раздеваться, да? То есть здесь как-то не особо предназначено все для пешеходов. Посередине какая-то веревочка натянута, чтобы здесь не парковались, я так понимаю. Но при этом, как идти людям, вообще непонятно. Разъехаться с машинами здесь довольно-таки сложно. Смотрите, машинка едет. В общем, проще походу бабла было заплатить. Я решил сэкономить не на том. Сейчас сдохнем где-нибудь, здесь нас задавят. Посмотрите, как близко к нам приезжают к ногам машины. Еще одна. Ёк-макарёк. Тут даже есть бесплатные парковки. Ну, можно было сделать побольше, но не стали. Больше людей могло бы стать. Вот он даже бесплатное парковочное место. Сюда въезд. Да, въезд на первую вот эту парковку 400 рублей для машинок. Ну, довольно-таки недешево. А там было бесплатное место. Это прямо сейчас бомбит. Тут заросли амброзии. Приезжайте, говорят, к нам на юг, отдыхайте, наслаждайтесь ароматами. Особенно аллергикам понравится. Мы уже находимся на самой Бугайской косе. Многие по ошибке называют и вот эту часть косой, но она не является таковой, в принципе. И здесь появляется тротуар. Кстати, можно вот сюда пройти, на пляж выйти и спрятаться за город ветра. Там тоже будет клево. Но наша задача идти дальше. Кизилташский лиман. Красотища. Всегда интересовал вот момент, а как здесь вообще выдавали разрешение на строительство? Как здесь появлялись эти базы? То есть, а сейчас это природоохранные территории. Смотришь, думаешь, блин, а куда они девают свою канализацию? Ха-ха-ха. Ладно. Ну, мусор тут, ладно, вывозят. Вот с канализацией мне интересно. Прикиньте, кто-то помидоры выращивает прямо здесь. Прикольно. Ксю пошла там сквозь деревья со стороны лиманчика. А мы с вами идем среди домов и тротуаров. Что там интересного? Тут опять начинает чувствоваться ветерок, как продувает, и прохладненько. Вот в затишках прям жаришка, лето, и поэтому пользуйтесь такими моментами, как нудистский пляж, и вот все, что находится там под городом, будет великолепно. Надеюсь, что в конце мы до туда дойдем и вам покажем. Самый известный здесь это Югра, который тут отгородил всю эту парковку, не дает сюда людям тоже заезжать. Вот интересно, муниципальная ли эта территория или нет? Чтобы не могли парковаться, тут по всей дороге сделали вот такие вот пластиковые трубы. С веревочкой. Вот сейчас въезд и проезд только в одну сторону и обратно. Ну, мы сейчас дойдем до второй парковки платной. Трафик тут довольно-таки большой машин. Платная большущая парковка.
перед ней сразу находится пляж, и многие приезжают именно сюда купаться, наслаждаться. А здесь умудряются устроить затор все-таки, несмотря на что. 400 рублей в течение дня, остановка в течение суток 800 рублей. Огромная парковочка. Там пляжик благоустроен, есть туалеты, лежаки, даже глэмпинги. В общем, все, что только вам надо для хорошего отдыха. Единственное, что небольшая денежка нужна, но при этом мы получаем чистоту и красоту. Не забывайте об этом, дорогие друзья. Вот тут территория, я так понимаю, вот как раз таки отдыха с палаточками и глэмпингов, куда тоже заезжают. Интересный знак среди кустов, не пыли, это чтобы сильно быстро не гоняли. Парковка стоит, то есть правая сторона свободна, они на ней машины, дальше там парковка занята. Хатчкова. На сегодня путешествие на четвертую Хатчкова с края, топ-спот назвать. Можно, кстати, было заказать трансфер, но которые любят гулять, поэтому дойдем до туда пешочком. Вот здесь тоже парковочка. Прямо перед самым заходом, но на ней мест нет, вообще все битком. Здесь находится зимний пансионат. Тут дети часто приезжают, спортивные всякие соревнования проводят. Ну, туда народ уже двигается. Кто-то с палаточками, кто-то просто отдохнуть, полежать. В общем, красота. Здесь проезд закрыт полностью. И работают только машины, которые возят трансфер пока все. И больше никакие другие здесь не двигаются. Единственное, вот какие-то тут напарковались, но их не знаю. Это, я думаю, что как раз-таки работает трансфер. С левой стороны видим тут домики, это глэмпинги организованные. Ну, самое важное, я вот в прошлом году, когда сюда приезжал, здесь просто нереальная свалка была. Сейчас идем, несколько пакетов, и все. Все остальное чистота и красота. Это называется, бывает так, глэмпинг. На сваях все установлено. И здесь люди отдыхают. Это для откачки, выкачки воды. То есть они септики здесь не делают. Ну, по крайней мере, не должны. Это как мне рассказывали вообще про технологии их работу. Ну, честно, глэмпинг глэмпингом, но организация заборов на дюнах меня, как говорится, не особо радует. Особенно, когда ты видишь, когда вот так вот копают дюны. Это пипец. Так не должно быть. Здесь у нас несколько дорог расходятся. Уйти можно с той стороны пойти, можно сюда свернуть. Можно выйти к лиманчику. Здесь, кстати, водоросли подгнивают немножко у берега. Такой аромат прикольный. Сейчас можем увидеть, как идет обучение. Это силовые махи пробуют ребята сделать. Здесь кайт-школы нету, здесь абсолютно бесплатно. Любой может прийти, запуститься. Шикарное место для старта. И одно из моих занятий по обучению, даже, по-моему, два проходил, как раз-таки здесь, на Мугасской косе. Даже сплю себе не приходит. Какова красота. И первый кайтер, который пролетает мимо. Жух. Желаем ему удачи. Разворот. Тут довольно-таки много стало туристов, несмотря на то, что конец сезона. Я думаю, наверное, мероприятие как раз-таки по кайтсерфу сюда людей привело. Появление туристов приводит к появлению вот таких вот моментов. Гондурасы не дремлят. Кемпинг. 1000 рублей. Парковка, пляж 800 метров. Питание. Ничего себе тут. Предложение за 1000 рублей в сутки с парковкой. То есть, если за 400 только парковку платишь, да? Вот такие вот объявления тут в камышах можно найти как-то. А вот, наверное, так, вот так вот выглядит этот домик. За 1000 рублей. Скворечник. С детьми люди гуляют. Класс. Здесь вот въезд, глэмпинг, и откуда здесь взялась машина. Глэмпинги — это такие легкоразборные домики, которые стоят на сваях. Их убрали, разобрали, поставили. Здесь, я смотрю, пришла цивилизация, привели больше электричества. Прям торсаду такую закинули. То есть эта территория развивается. И это должно стать одним из лучших мест вообще в мире по обучению кайтсерфингу. Я, по-моему, год назад здесь был, или уже полтора года, и тогда здесь все развивалось просто бешеными темпами. Трансфер, кстати, здесь по косе стоит 600 рублей с человека, но тут в основном люди приезжают именно со снарягой, поэтому выходит, что вас ваш груз перевозят за эти деньги в одну сторону. Мы догнали здесь целую группу туристов с детьми, взрослыми. Они двигаются тоже куда-то туда. Смотрите, бета-глэмпинг закончился. Большое расстояние. Здесь начинается еще один глэмпинг. Здесь тоже, видите, и воду подвозят.
обслуживание бытовухи, туалеты, то здесь глэмпинг находится, тоже уже развитый. Так как в этом году все это пользовалось бешеной популярностью, можем увидеть, что здесь все развивалось, там домики, дорожки. Действительно, этот глэмпинг, я думал, что он будет не запущен, а он, наоборот, весь отработал сезон. И уже впереди все больше становится кайтеров. Здесь ребята убирают мусор, можете видеть, целые лодочки вывозят. Люди, к сожалению, привыкли мусорить очень много. Двигаясь здесь, видишь, что машинки проезжают, но все равно двигаются только в основном с недорожными качествами, потому что насколько здесь все ушатывается, даже тем небольшим количеством техники, которая здесь имеется. Мы находимся просто на лимане, и здесь у нас подложка под этим песком, это ил, который очень легко уходит вниз и выбивается колесами машин. С одной стороны, плохо, что нет движения здесь транспорта для всех. С другой стороны, при том напоре людей, который мог бы быть, я думаю, что эти места были бы уже уничтожены за те годы, которые прошли. Машина проехала обратно пустая. Ее сюда, наверное, на трансфер вызвали. Ну, можно было нас подвести. Мы, кстати, до сюда дошли пока единственных из тех, кто двигались в нашем направлении. И мы доходим до первой станции. Станция Ветромания называется. Огромное количество досок, ну и место, где тренируются и взрослые, и дети. Оформлено все очень интересно. Я в прошлые разы вам рассказывал, показывал, есть места для хранения, переодевания, для отдыха гостей. Также видим, как здесь вот тренируют мужчину разворачиваться. А также есть такие вот места, где можно сесть, поесть, отдохнуть, как говорится, вашим близким, кто с вами приехал в тенечке. Красиво, симпатично, современно. Туда дальше туалетный комплекс, душ. Именно здесь уже начинается то место, где, видите, уходит коса в узенькую полоску. И если подняться на дюны, мы сразу увидим и лиман, и море. То есть здесь максимальная продуваемость ветра, потому что ему ничего не мешает. Хочется вам все-таки показать, что я вам правду говорил. Надеюсь, что мы увидим море. Вот там оно. Вот он, лиман. И здесь уже кайтеров прям невероятное количество. Сейчас я информацию прочитал о том, что дети завершили здесь свои соревнования. Ну так вы точно увидите. Лазурное просто море. Вау! Такие места. Нас сдует. Но САП не сегодня, мы сегодня просто не успеем. Нам сегодня еще возвращаться на закат. Мы доходим до второй станции. Kite World называется она. Смотрите, какой красивый гальюн организован. С какой девушкой прекрасной. Посмотрите, как клево. Можно положить кайт на досточке. Они здесь ждут райдеров. Потихонечку подсоединяешься. И потом уже уходишь. О, я единственный человек, кто увидел такого кайта, как у меня. Оранжевый с черным, цвет РРДшечка, трюк делает кайтер. Здесь не в зону отдыха также есть. Ребята даже барбекю здесь разводят. И посмотрите, какая качель. Катай в Анапе. Давай, катай в Анапе. Огонь. И кайтер пролетает. Мы дошли, друзья, до следующей школы. Wind of Change Kite School называется. Выбор, как говорится, на вкус и цвет у каждого свой. Какую захотели, такую пошли обучаться. Главное желание. Кайты подготовлены и ожидают, как говорится, своих райдеров, чтобы стартануть и отправиться. Ой, здесь лиман кипит, я бы сказал. С таким количеством людей, которые сейчас на воде. Это фантастик. Есть батут, ребят. Можно потренировать трюки, перевороты. Клево, кстати. И здесь уже накрывают столы. Те люди, которые своих райдеров ожидают на берегу. Там ребята барбекюшечку делают. Флаги, конечно, за сезон пострадали от ветра. Это говорит о том, что здесь ветер довольно-таки сильный. И мы доходим до топ-спота. Там, где как раз-таки и проходит соревнование в этом сезоне среди райдеров. Фургончики, в которых люди могут сразу проживать и обучаться. И можно увидеть там красоту. День добрый. Приветствую. Да, здесь начинается как раз-таки награждение. Середнева Настя. И первое место. Новикова Мария.
фоне у нас как раз Денис Гараченко, главный судья наших соревнований чемпионата России по кайтбордингу. Здравствуйте, меня зовут Олег Калашников. Мы находимся на лучшем споте России, на Бугайской косе. В частном случае мы находимся на 4-й кайт-школе Сереги Борисова. Это наш 9-кратный чемпион России по кайтбордингу. Он сейчас прямо участвует в чемпионате России. Возможно, он в этот раз будет уже 10-м чемпионом России по кайтбордингу. В данный момент у нас происходит чемпионат России по кайтингу и первенство. На 4-й станции у нас проходит чемпионат России по фристайлу. Там на 5-й станции у нас проходят сейчас гонки. Мы до обеда на 5-й станции откатали уже детей. Кстати, наша детская секция кайтбординга, которую вела наша федерация, наши дети заняли первое и третье место. Об этом пока никто не знает, но мы их уже поздравляем. Молодцы, красавчики, ребята. Вырвали первое и третье. Сейчас там проходят соревнования уже у парней, у любителей. Они сейчас докатывают фристайл. Здесь сейчас у нас завершился этап, второй день соревнований у любителей по фристайлу. Сейчас только-только что закончили заезды девочек. Сейчас будут у нас прошки. Наши соревнования можно посмотреть на онлайн-трансляции. У нас превосходные комментаторы Вова Чиганов, Серега Борисов. Они комментируют каждый трюк, что это был за трюк, получился, не получился. Поэтому смело заходите, смотрите. Даже неопытный, не разбирающийся сможет увидеть и немножко как бы понять. И это будет интересно, увлекать на записи. Также они лежат там же. Ребят приехали с разных регионов. Это Екатеринбург, Воронеж, Москва, Красноярск. Я даже уже всех и не вспомню, но очень много ребят. После длительного перерыва первый чемпионат России. Сейчас вот в новом формате мы его обкатываем. И надеюсь, на следующий год сделаем еще круче, еще стабильнее, еще интереснее, еще увлекательнее. И все будет супер. Как вообще попасть сюда и в сами школы на обучение, и, допустим, поучаствовать на следующий год? Мы находимся на территории природного парка. Здесь было очень сложно реализовать этот проект, потому что нам ставили большие-большие запреты всегда и везде. Поэтому, к сожалению, мы ограничены вот этими режимами природоохранки. Здесь мы сразу вместе с проектом согласовали транспортные средства, на которых мы официально, вполне себе законно, можем сюда ребят привезти. Во-первых, ищите информацию о кайт-школах. Скоро будет новое увлекательное приложение «Бугакос», на котором будет у нас расположен комплексом, сразу будет размещена информация о всех кайт-школах. Там будут и прайсы, предоставляемые услуги, кто что. Ищите информацию, находите кайт-школу. Я не буду никого агитировать, все ребятки красавчики, все молодцы, каждый по-своему уникальный и интересный. И созванивайтесь с ними, они дальше вам все расскажут. Организуют трансфер либо из станицы, либо вы можете приехать к шлагбауму, поставить машину на парковочку, перегрузиться, вас встретили, привезли на кайт-школу. Ну а здесь уже все есть, то есть теневой навес есть, водичка есть, туалетики есть, душик есть. То есть все условия, которые необходимы, вам здесь все же предоставят. Уровень вы видите, ну вполне себе, пол из лиственницы, навесики, прохладительные напиточки. И даже обеды некоторые ребята сюда готовые обеды привозят, чтобы мы в обед не остались голодными. Тяжело попасть, но есть один-единственный плюс. Это место стало действительно территорией спорта. Сюда обычно турист не доходит, здесь в основном только кайтеры. И комфорт, свобода, вот эта атмосфера серфовая, кайтерская, она здесь вот часто возрождается, и это прям очень классно и очень круто. И это прям вот... Кайтеров-то будет смотреть по оборудованию. Все ли надо тащить с собой или есть что-то у вас? Вы можете с собой привезти оборудование. Обычно машины, которыми доставляют ребята, они предусматривают доставку любого оборудования, виндсерфового, кайтового. Также любая школа имеет, конечно же, запас проката, причем очень хороший запас современного оборудования. Проходил по всей кайт-школам, у всех свежие кайты, свежие доски этого года. Поэтому можете не переживать, если у вас даже ничего с собой нету. А если вы пришли обучаться, так вообще ничего не надо. Пришли в шортах, майке, вас полностью всем обеспечат от начала и до конца. Если вы уже опытный райдер, прокат есть все, что угодно, всех размеров, всех расцветок, всего, чего хотите. Главное ваше присутствие и желание приехать. Мы будем вам только рады, конечно, за любых ребят, которые в теме. Мы им всегда рады, всегда поддерживаем, всегда и встречаем здесь с улыбкой и делимся своей прекрасным настроением и своей прекрасной атмосферой здесь на споте. Спасибо большое. Небольшая экскурсия для вас, ребята. Покажем, как это здесь выглядит. Один из примеров. Вау. Посмотрите на это пространство. Как это выглядит. Можно поесть. Еду. Разрешите, пропустите. Приятного аппетита всем. И, ребята, аромат морепродуктов.
здесь проектор, можно посмотреть кайтовые видосики, разбор ссоры. Это все спонсоры как раз-таки соревнований. Ребята, спасибо всем, кто участвует. Большие молодцы. Надеемся, в следующие года будет вас гораздо больше. Есть голенькие? Нет голеньких? Нет голеньких, то есть... А вот что, как раз-таки можно под музыку медленно. То есть все, есть все, что вам только надо. И там дальше школы, там, они все примерно однотипные. Да, формат именно такой. А, и кстати... Вот, что появилось, вот эта вещь, как называется? Да, у нас здесь на Бугасской косе появился первый джипинг-парк для кайтбординга. Нигде этого еще нету. Это вот реализовал здесь Костя Бобовик. Катайка, что? Он наш завсегдатый здесь кайтер. У нас есть три фигуры: труба, рейл и кикер. У нас есть сейчас три фигуры. Это основные фигуры, на которых можно уже оттачивать свое мастерство. И планируем каждый год по одной фигуре еще прибавлять. Очень круто, потому что действительно первый в России. Угу. И что радует, у нас здесь все-таки начинают появляться вот такие слова звучать, особенно с новой молодой командой администрации Анапы. Первый в России, первый в Анапе, первый. Действительно, вот первый спот, где объединил несколько кайт-школ в одну федерацию, реализовали в одном проекте. 9 кайт-школ, такого примера, мне кажется, даже в мире нету. Первый джипинг-парк на всю Россию. Будет как раз-таки точка притяжения, то, ради Конечно. Чего сюда будут приезжать, да. Ну и у нас в этом году было, помимо вот этого чемпионата, до этого было два фановых соревнования, организованных Серегой Борисовым. И одно фановое соревнование было по джибингу. И на следующий год все-таки мы с ребятами распределить график, так как у нас 9 кайт-школы. Если каждая школа будет каждые выходные что-то делать, то мы практически все время будем какие-то мероприятия каждые выходные проводить, при этом не будем сильно загружены. И каждые выходные мы застабилим, будем делать какие-то фановые соревнования и легенькую вечернюю вечериночку. Да. Катик, да, по сансетик катнуть, съесть хот-дог. По крайней мере, среди тех людей, которых я общаюсь, да, то есть эти соревнования прям зашли, от которых ты фановый говоришь, прям да. Все обсуждали, классно, круто, всем понравилось. А ты знаешь, в чем интересная психология идет? Вот на чемпионат России боятся приезжать, потому что не понимают свои да. силы. Подготовиться к ним тоже тяжеловато. Что я буду делать? Весь год готовиться, чтобы выступить, а я не знаю уровень тех спортсменов. А вот именно такие простые соревнования между собой не позволяют, ну, такой в игровой форме, в форме там, давай там посоревнуемся, немножко себя попробовать. И он такой, о, глянь, а я что-то могу, я что-то умею, я могу пойти дальше, я могу у друзей узнать, что я могу еще, они меня могут поучить, поделиться опытом. И он к концу сезона, к сентябрю такой, у меня уже есть вон там богатый набор трюков, и я реально могу себя попробовать в чемпионате. И таким образом аудитория, которая будет участвовать в чемпионате, она будет расти. А вместе с ростом этой аудитории, соответственно, мы будем более привлекательные, привлечем какие-то еще дополнительные инвестиции, и мы сможем делать более массовые, качественные предприятия уже с призовыми фондами, все как положено, все красиво и замечательно. Поэтому вот эти маленькие шаги, маленькие фановые соревнования, они, мне кажется, сделают прям замечательный результат в конце года. И мы, я надеюсь, что к концу года, к следующему, 2024 году, на чемпионате России соберем уже там 300 участников. Дай бог. Конечно, может быть, здорово. Я тоже прокачаюсь, тоже поучаствую. Кто его знает. Здорово. Конечно. Будем ждать. Как мне нравится знакомство с такими прям невероятно увлеченными людьми этой тематики. Ну и вот там как раз-таки сейчас проходят соревнования. Видите, буйки стоят, и ребята вокруг них катают. Мы пройдем чуть-чуть дальше туда, где проходили как раз-таки детские соревнования. Вам покажу, это тоже выглядит невероятно круто, классно. Ну, я прям внутри еще побывал, я прям в восторге, как там все круто выглядит, как это все организовано. Классно, топ-спот, действительно топ. Мы немножечко переоблачились, и я буду продвигать тоже вот эту тему. Black Sea Cup, ребята, те, кто любит кайт, любит ветер, милости просим, приезжайте к нам на Черное море и занимайтесь, получая невероятное удовольствие и прокачивая свои силы и скиллы. Топ-спот России именно здесь, Бугасская коса. Пойдемте еще прогуляемся. Мы подходим к следующему споту. Здесь тоже организованы туалетные зоны, ну и, собственно, сам кайт-спот. Итак, победители всех чемпионатов, мы вас приветствуем. Приветствую вас на планете Земля. Да, как у вас дела? Юра, нормально, слушай, Доминика участвовал на первенстве России. Первое место? Ну, не первое, там были зубры, гранды, можно сказать, кто там еще были? Гранды, зубры. Такое творили. Пацаны не заняли ни одного места. Да. Да, все девчата. Доминика мне очень хорошо, она один раз пришла четвертой, пятой приходила. 8-12 человек в группу были. То есть супер вообще откатались. Сейчас ты увидишь, что такое курс рейс, вон готовится старт.
Ага. Они ждут зеленого флага. Все эти ребята стартанут вот на тот буй. Они будут его огибать, возвращаться на вот этот буй. Потом опять по восьмерке. Все, стартанули, смотри. Очень интересно будет. Да, я смотрел вот эти соревнования. Выглядит это невероятно круто. Ох, при этом здесь еще трюки делают. Ты скажи, ты сама довольна? Тебе понравилось? Да. Я жалею, что я тоже не записался. Это наш, наш парень. Ну, не наш Калгоград, он пока идет первый. Первый кайтл желтый. Уф, бэкролл, туда. Дай бог развития, да, чтобы у нас это еще мощнее, еще круче, сильнее все становилось в дальнейшем. И люди, кто смотрит, ребят, не стесняйтесь, если вы катаете, приезжайте, участвуйте. Я вот честно жалею, что не решил поучаствовать. На курс рейсе мы уже запросто были. Так вот люди празднуют свою просто безоговорочную победу. Смотрите, вот это первое пошло место, а вот, вот второе. Просто нереальный разрыв. Люди сидят, болеют. Клево тоже. Зона отдыха, где покушать на этом споте есть. И на улице, там, где можно следить за райдерами. Rail Master Sky Park Contest. Уф, вот это вот просто пушечка тематика, ребята. Кайтеры, которые сейчас участвовали именно в этой дисциплине. Прогулялись вдоль нескольких кайт-школ. Туда есть много на косе, потом вообще можно дойти до веселовки. Но я думаю, что пора заканчивать. И вот поворачиваем камеру, смотрите в ту сторону. И идем на море, ребят. Помимо кайт-серфинга на Бугасской косе еще и самое лучшее море в России. Это песчаный пляж, это великолепные виды, это лучшие закаты и рассветы, которые только вы себе можете представить. И те люди, которые здесь жили, отдыхали в палаточках, об этом могут рассказать. Вот, а дальше к концу косы есть рыб-бригада, перед ней есть глэмпинг, на котором еще отдыхают люди. Много чего еще интересного можно показывать, рассказывать об этих великолепных заповедных местах, но, к большому сожалению, 14:47, нам через 2,5 часа надо быть уже в Витязево, поэтому пойдемте на море, а потом еще в путь дорогу обратно. Посмотрите, где мы стоим. С одной стороны Кизилташ, Килиман, с другой стороны море. Виды просто невероятные. Это то, ради чего сюда как раз таки приходят люди, чтобы посмотреть на эту красоту. И посмотреть, как соединяется море с лиманом. Просто фантастика. Я вам сюда советую просто прийти прогуляться, совершить этот трип только ради того, чтобы вот так вот подняться на верхушку дюны и увидеть лазурное море, невероятный лиман. Особенно, когда здесь катают кайтеры, то это просто восхищение. Смотрите, как это смотрится. Невероятно просто. Нет слов, одни эмоции. Желаем, чтобы у каждого в жизни были такие возможности приезжать и этими видами наслаждаться. Ну что, пойдем до моря, дотронемся. Купаться пойдем. Купаться уже? Я думаю, мы не здесь пойдем купаться, чуть там, где спрячемся от ветра, хорошо? Давай. Тут опасно кататься, если вдруг ты здесь ошибаешься, когда катаешься в море, то все, у тебя кайт падает, ты его отстреливаешь, и подняться у тебя уже практически нет шансов, потому что будет уносить каждую секунду все дальше от берега. Смотрите, какая красота. Просто невероятно, друзья. Понял, что здесь пугнул много стрекоз. Ну вот, конечно, люди нехорошие. У кого-то... А, кто-то, наверное, ставил палатку, но со временем просто разлезалась. И там даже внутри подушка была. Никто к этой палатке просто не подходил. Она так тут и осталась. Надо убирать потом будет. И тут вот просто, когда меняется территория, там было сейчас холодно, здесь мы зашли за дюны, они нас защищают от ветра, и здесь территория солнца, лето, красота. Просто совершенно другие ощущения. Море, люди заплыв устраивают. Фантастик. Электробайк. Ну, в принципе, вот когда даже байки катают у нас по берегу, они вот лично мне, где не мешают людям, не мешают тоже. Вот когда по дюнам раскатывают, это печаль. Смотрите, сколько палаток здесь стоит. Вот это виды. Говорят, вот, вот это вот, если он сейчас не подымет кайт, это может быть все. Будем надеяться, что он не потерял доску и подымет кайт. Ну дай бог. Того получилось еле. Вот это то, из-за чего здесь катать опасно. Все, поднял и доска на нем. Слава богу. Посмотрите, в общем, на это море. А,
Ты же говорил, не показывай ничего, то все люди потом сюда приедут. А, тебе надо было показать? Температура водички, ребят, сейчас будет замерена. Температура воздуха 22,8, 23,1 показывает. Ну, такой воде хочется ее замерять прям от души, как говорится, поглубже. Во-первых, смотрите, особенность берега. Я сделал только шаг в воду, мне сразу по колено, и глубина уходит дальше. Из-за этого здесь нету капки. Из-за этого здесь лучше промывается море. И мы находимся уже не в бухте. Вы можете увидеть, здесь образует Анапа, как раз ту самую бухту. А мы уже на ее окраине. Поэтому здесь водичка не застаивается, она более чище, прекраснее и класснее. Поэтому сюда можно приезжать. А температура воды уже выше 24 градусов. И она продолжает расти. Это не может не радовать. Оставим 24,1. А теперь давайте прогуляемся туда, к стене песка огромной. И там совершим наше купание. По пути поснимаем, покажем вообще, что есть здесь из благоустройства. Пока вот там, где мы находимся, только палаточные городки, только от кемпов тенечки, теневые навесы и, собственно, все. Ну и кайтеры, пролетающие мимо нас, совершающие бэк-роллы. Ух, красавчик. Дай бог, чтобы у всех так получалось. И кайт никогда не падал ваш. Ща, как это выглядит просто. Фантастик, да? Кристальное море. Клевенько так, да? Люди сидят, отдыхают себе с палаточками. Это кемпы ставят как раз таки такие навесы, чтобы те, кто катает на кайте, могли сюда прийти кайфануть. На Мальдивах прям? Осталось куртку только снять. И точно, Russian Maldivy готов. Цвет воды, чистота воды. Смотришь по сторонам. Кайты катают, а? Давай сразу в море. Да я готов. Загорающий, отдыхающий. Как раз таки вот кто-то на соревнованиях катает, а дамы сердца их пришли сюда. И есть даже два бесплатных лежака и навес. Круто. А это вот девчули прям приуснули. А здесь просто внизу они лежат, ветер не дует. Вообще красота. И можно просто позавидовать. Можно сидеть, еще что-то есть. Ну, правда, рай, ребят. Это все Краснодарский рай. Ух, смотришь, радуешься. Удочка. Можно покидать, что-нибудь поймать. Здесь вот стоит кемпер с палатками, просто так отдыхает. Идеально просто. Красавчик. Все сушится, одежда. Мне тут кажется, она уже очень давно там висит. Ребятки отдыхают. Просто невероятный колорит. Посмотрите, сколько места для палаток. Конечно, летом здесь палаточников больше. Вот одна палаточка стоит сейчас, там дальше вторая палаточка. То есть можно приходить и спать. А может, в этих палатках вообще никто не живет? Они абсолютно пустые, как та, да? Да, ласточки летают. Ласточки, море и ласточки. Это такое сочетание необычное. Причем нету гор, да, никаких там. По крайней мере, в обозримом там перспективе. Ох, и пошел. Это наш пляж. Мы отошли чуть дальше, от кемпов. То есть, и посмотрите, какая здесь красота. Фантастик. Правда ведь круто? Топлес лежит, загорает, никого не трогает. На нее тоже никто абсолютно не бросается. Хорошего отдыха желаем. Вот это та рыбка, на которую охотятся дельфинчики. То есть она прям по самому верху стоит и пытается быть не сожранной. Эй, куда ты? Вернись обратно. Можно отдыхать с животными своими. И мы уже подходим, ребята, в те места, где начинают появляться все больше и больше люди. Знакомая банька с панорамным остеклением. Она была раньше в Влаге. Теперь вот здесь установили ее. Броник глэмпинга на Бугасе. Тоже очень клево. Прикиньте, купаетесь, паритесь в бане. И выходите, смотрите на морюшко. Невероятная красота. Юрию привет, если увидит этот ролик. Пицца, желаем ему хорошего отдыха от души. И вот такие вот навесики здесь. Это же рядышком с глэмпингом. Натянутые они. Уф. Бокалом шампанское. Красота. Здесь выше становится дюна, меньше ветра. Девушка впереди, которая шла, нас обогнала, кстати, так легко. Начинает раздеваться. Медленно под музыку.
Я шучу. Появляется сдача лежачков в аренду, спасательная вышка. Это говорит о том, что мы доходим до первого, да, глэмпинга, по-моему. Кстати, там был бета-глэмпинг, этот я не знаю, как называется. У них тут своя такая движуха. Поэтому покушать, фудкорты. Если где-то отдыхали здесь, пишите ваши отзывы, как на этих глэмпингах вообще отдых происходит, интересно или нет. Как выглядит настоящий дом на берегу моря в Анапе? Вот именно так, идеально. Просто прикол. Оп, и все, ты на берегу. Круто. Мы добираемся, ребятки, до бета-глэмпинга. Здесь у них там происходит туса такая интересная, прямо на берегу моря. В шатре бета-глэмбинг. О, свадьбу отмечают или еще что-то. Ну и на пляже начинает появляться народ. То есть мы идем где-то минут 25 и первые люди. Ура! С одной стороны, с другой стороны, мы ищем места, где их нету. Надеюсь, что когда идем до горы, чтобы спрятаться от ветра, там людей уже не будет. Так, самое печальное зрелище из всего этого, что я не взял с собой второй микрофон, а этот у меня сел. К большому сожалению, звук немножечко ухудшится, но надеюсь, что не испортит это видео, а будет, наоборот, более атмосферно все происходить. Конечно, невероятно круто отдыхать в таких домиках. Вот с таким видом. Чайничек. О, чем мне надо еще замутить себе чайничек, чтобы варить кофеечек и посудку сделать. Вот здесь видит даже великолепный отдых. Подходим, тут играет музычка. Это, кстати, сейчас мы находимся за последней базой отдыха, где парковка крайняя самая, и сюда выход на пляж. Дальше вот глэмпинг бета начинался. Появились пункты проката, появились шезлонги, больше. Это для базы. По всем тем местам, в которые, может, вообще никого идешь, даже не знаю, с чего снимать, потому что там одинаково, везде одинаково красиво, одинаково нет людей. Вот так вот приходит благоустройство. Катамаранчики есть. Ну, сказать, что без благоустройства плохо не могу, потому что кто-то ищет отдых дикий, вот, пожалуйста, идите, кто-то ищет отдых наоборот, чтобы все было. А кто-то между тем и тем вот так выходит, стелят себе разные, так сказать, покрывала и отдыхают. То есть у каждого свой кайф, свое удовольствие. Самое главное, чтобы оно было в жизни, а не было, как говорится, негатив и недовольство. И все, будет красиво, друзья мои. Конечно, очень жалко, что лето кончается, люди постепенно разъезжаются. Я думаю, что все-таки больше народу вам покажу, но нет, людей все меньше и меньше. Думаю, пунктов прокатов и людей, кто занимается арендой, здесь больше. Ваше прошлое, будущее, да, техническая зона. И вот та парковка, которую я показывал по 400 рублей, 800 рублей в день. Здесь тоже зона проката, но здесь очень близко стоят вот этим бунгало, мне это не особо нравится. Ну, в принципе, место есть, люди не возмущаются, это самое главное. А самое главное, здесь вообще море, которое можно снимать, показывать и радовать вас на дистанции. Бунгало прямо на берегу. Очень круто. Красота. Посмотрите, как люди отдыхают, да? Фантастик. Мы идем до последней базы, кстати, чуть-чуть осталось. Много благоустройств, прям, мне кажется, даже слишком. С пивасиком девчули собирают ракушки. Здесь водный парк есть, и прям хамсы очень много вдоль берега. Мы дошли до той самой базы, которая первая здесь стоит. В этом году здесь не так сильно перекрывать пытаются проезд. Это хорошо. Здесь лежаки не сдают в аренду, здесь чисто их югра называется база. На пляже тут хорошее благоустройство, есть спасатели, качели, навесы. Молодежь отдыхает с колонкой на море. Другая молодежь просто кайфует. В общем, красота, друзья. В горы там будет пляж без людей, но мне становится все жарче. То есть мы все меньше чувствуем на себе ветер, и все более комфортно здесь передвигаться. Кончается пляж Югра. Вот он буквально последний буёк. И тут тоже в аренду сдается всякое благоустройство. Это те пляжи, которые первая парковка была. Тоже 400 рублей, там можно было машинку поставить. Все чисто, в принципе. Хорошо, можно приезжать отдыхать. Ну, мы идем вот в эту палатку, где кончается этот пляж. Я уверен, там сейчас кайфанем без ветра. Главным сегодня в этом видео является это кайтинг, конечно, море. Вот такое чистое гигантское коса лиманда и вообще все это место, которое здесь есть. Вот бревно привязали на две веревки, дети развлекаются.
Именно о таком отдыхе многие и мечтают в своих городах. В конце пляжика, то есть как более-менее общественного, здесь чьи рыбаки появились. Охотятся на рыбку, как я уже сказал, там конца подошло. Я думаю, что еще на саргана пытаются. Когда-нибудь, может, тоже научусь охотиться на нее. Ну и, собственно, вот пляж. Практически он наш. Обидно, конечно, видеть те кучи мусора, которые здесь набросали люди. Это происходит всегда с теми бесплатными пляжами, которые существуют, причем, к сожалению. Ветра нет, класс. Все, вставай, Ксю, пошли, пора с разбега. Сможешь? Покажи, как надо заходить в море. В смысле, ты со мной? Вообще-то вместе. Ну ладно, давай. 3, 2, 1. Нагревается. Ребята, вот он еще дополнительный кайф. Мы на море прикупили мы, это называется багет с мясом, чаечек, немножечко, ну и почти закат. На закате нам надо быть Витязем. Ваше здоровье. Сентября 2023 год. Пока вы там мерзнете где-то, у нас здесь жара, лето, красота. 26,3, море 25. Жалко, что, конечно, на работу, но можно было бы здесь сидеть, встречать закат, распалить костерчик. Но единственное, вот я, смотрите, одна кострища, второе, третье. Сейчас тут только что машина проехала. Это абзац начал вокруг нас твориться, но мы уже уходим. После себя оставляем чистоту. Ой, моречка, чистейшая. Ой, коса. Куда дальше, Бугасская. Пока-пока. Пойдемте по лестнице еще посмотрим, что там будет. Давайте поднимемся по вот этой лестнице. С такого пляжа на самом деле уходить вообще не хочется. Как здесь сегодня хорошо было. Отдохнули, поели, искупались. Мусора, конечно, много люди после себя оставляют. Это печально.
Лестница тоже в таком немножко разрушенном состоянии. Поэтому надо постараться, чтобы за ней забраться. Все уже оттряхивается. Видать, там лестница кончилась и дорога кончилась. Латочные лагеря и много-много мусора. Эх, люди, такие люди. Прям обидно. Салфетка, такое ощущение, как будто мы поднялись по этой лестнице в какой-то туалет. И тут у всех резко пронесло. Все в салфетках, все в туалетной бумаге. Нам идти, вот машина стоит вот с того столба, поэтому, в принципе, ориентируемся. Как-то это был еще деревянный настил, который частично остался, частично сгнил. Поэтому будьте аккуратны. А тут даже машины ездят. Если знать пути, дороги, можно приехать прямо вот сюда, получается. Тут копать запрещено, так что не перекопают. Так, кстати, лайфхак. Впереди какое-то строение у нас. Идешь и думаешь, главное ни на кого не наступить. Потому что в шлепках это все сразу будет печалька. Вот такой вот путь с моря. Главное аккуратно и дойти. Та-дам-та-дам-та-дам. Такое чувство, когда ты пришел, да, тут чей-то земельный участок, домик, огородик. Ладно, надеюсь, мы как-то это все обойдем. Потому что к людям как-то попадать не хочется. Ну, интересно. Да, вот тут вправо можно все это обойти. Тут получается с частного дома такой выход. Или база. Мы выбрались по прямой, прямо сюда, к нашей машине. Вам всем спасибо за просмотр. Не забывайте лайкосик под видосик. Да не отсохнет ваш кривитосик. Надеюсь, что вам все понравилось. Там же ребята продолжают катать. Им желаем счастья, удачи. И нам тоже успеть добраться сегодня до Пионерского проспекта и сделать красивую фотосессию Максиму. Сегодня он со своей семьей придет к нам. Фух, надеюсь, что все получится. Всем пока.